Сегодня в московском районе Чебоксар 34 многодетные семьи получили республиканские сертификаты на материнский капитал. Документы торжественно вручил глава администрации московского района Андрей Петров. Сын Людмилы Серебряковой родился в прошлом году и стал третьим в своей семье. По закону его маме полагается республиканская выплата – 100 тысяч рублей. Людмила уже знает, на что потратить деньги. На образование своих детей. Будем надеяться, что это поможет старшим, так и младшему. На детский сад, да, на школьные какие-то там кружки. Учетом того, что сейчас все платно. В московском районе столицы уже второй год отмечают увеличение рождаемости. Если в 2011 году у нас родилось порядка 2700 новорожденных детей, то по итогам 2012 года можно констатировать, что у нас родилось 3100. То есть почти что 10% прирост. Это хорошая динамика. Очень приятно, что у нас наши семьи обзаводятся там желанными детьми. Вот примерно такая статистика.